2 ноября в Казанском федеральном университете состоялась Российская научная конференция учащихся имени Льва Толстого. Торжественное открытие состоялось на базе Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ. Мы уже со школьной скамьи начинаем выявлять таланты, которые потом могут, так сказать, сыграть свою роль в системе образования, внести огромный вклад в науку, потому что таланты, они всегда, так сказать, есть, их просто надо выявлять, им создавать надо условия, чтобы они могли развиваться. Конференция имеет широкую гуманитарную направленность. Принять участие в конкурсе приехало свыше 270 учащихся 8-11 классов школ и СУЗов из Татарстана, Башкортостана, Республики Саха и других регионов нашей необъятной страны. Название, наименование конференции имени Льва Толстого, оно, конечно, предполагает прежде всего широкую гуманитарную направленность этой конференции. И поэтому всего мы разделили участников по 18 секций. Они тоже достаточно большие, насыщенные. Участников у нас около 300 человек. Лучшие научно-исследовательские работы учащиеся будут опубликованы. Победители и призеры конференции будут отмечены дипломами 1, 2, 3 степени. Стоит отметить, что 2018 год в Казанском федеральном университете объявлен годом Льва Николаевича Толстого. В честь этого в университете пройдет масса мероприятий, посвященных юбилею великого писателя. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.